В Малиновском районе Одессы сегодня днем мужчина попытался свести счеты с жизнью, но неудачно. Вовремя подоспевшие патрульные предотвратили суицид. Мужчина соорудил петлю на дереве, забрался на него и намеревался повеситься. Уговоры патрульных не действовали. Случайно он не удержался на дереве и угодил в петлю. Его тотчас же сняли полицейские и в бессознательном состоянии передали медикам. Вердикт врачей – пострадавший будет жить.